Я не могу не спросить вас, не задать этот вопрос, больной вопрос наверняка. В возрасте 47 лет ушла ваша дочь Алена. Вы понимали, что к этому идет? Нет. Она хорошей актрисой была, правда? Да, она была как бы нереализованный человек. Вот знаете, я так считаю, что внутренне вот все мне говорит о том, что вот Сергей Федорович ушел из жизни. Вот эта болезнь печали, болезнь невозможности реализовать это все, что связано было с Тихим Домным, и как бы потом это все в одну секунду произошло, за полтора месяца. И у Алены был потрясающий проект, который она сама даст, да, это «Трамвай желания», она играла Бланш. Это все было связано с... И все это было так тяжело, что тоже нужно было около 2 месяцев, чтобы человек сгорел. Где вы нашли силы справиться с этим горем? Ну, во-первых, вот этот вот я вот это вот сделала. Но это справиться, это не то. Если я сейчас весела и говорю, это ничего не значит. Ничего не значит. Нет дня, минуты, нет постоянного соприкосновения, чтобы я об этом не думала, чтобы я о ней не думала.